снимаю небольшой обзор квартиры. Вот вход в квартиру. Квартира на две стороны. Во двор и на богатырский. Вот получается вход. Здесь одна комната. Вот такая. С видом на удельный парк. С одной стороны. С другой стороны вот Леруа Мерлен. И вот тут вот метро сразу Пионерская. Окна снаружи серенькие. Двухкамерный стеклопакет. Закрываю. Он достаточно тихо. Внутри получается. И вот иду сейчас в другие комнаты. Так, продолжаю идти прямо с этой комнаты. И попадаю здесь вот санузел. Вот такой вот с нишей. Вот. И судя по всему, вот эта комната либо спальня, наверное, так как во двор. Вот, спальня с лоджией. Вот такая здесь. Вот лоджия с выходом во двор. Здесь видно, наверное, это школа или садик. И вот он двор.